И вы знаете, вот сегодня был такой пример, что вот мы говорили, затронули, да, что можно работать на ходу. Можно. Можно без анализа. Если у вас получается пропускать, и вы реально замечаете, что в теле нету никаких даже малейших блоков. Но так бывает очень редко, на моем опыте. Потому что то, что вы тут пропустили, это был верхушка айсберга. А то, что там, там может быть такая драма еще быть. А на уровне тела оно может быть сначала каким-то едва заметным напряжением. Да? И вот это напряжение нельзя пропускать. Надо в него идти. И, ну, конечно, не то, чтобы прям уж какая-то драма, но вы снова придете к какой-то там, психогенетике или еще чему-то. Или к ложному отождествлению с персоной. Вот это ложное отождествление «я» – обладатель. И смотрите, по сути, постепенно анализ становится очень короткий. Кто ты? Кто я? Сознание. Знание, да? Я – сознание. А с кем-то сейчас было отождествлено сознание? Вот с тем-то и с тем-то. Если у вас легко получается разотождествляться, то анализа не нужно. Тогда и пропускание чувств идет. Но это может быть в нескольких случаях из скольки-то легко. А в некоторых случаях не происходит разотождествление. По-прежнему, да? Сразу. Ну, нужно помочь. А что такое? А там вот, ну, грубо говоря, прищепками, присосками прицепилось сознание к... Но смотрите, если они говорят, что не возвращающиеся, у них есть еще 5 оков. Ну почему? Они же уже продвинуты. Почему они не перешли на арахантов? У них еще есть 5 оков, и они должны переродиться и, значит, завершить эти, да, 5 оков. Поэтому, понимаете, вот до араханта это постоянная работа с этими оковами. Арахант свободен от всех оков. Я просто хочу вам грандиозность этой работы преподнести. Это, ну, не просто так, что бац, какая-то вспышка, ну все, мне тут уже делать нечего. Я могу дальше сама. Там, да? Это грандиознейшая работа. Это освободиться от всех оков, от всех заблуждений. Это и будет победа в игре. Когда мы завершали игру победы, понимаете, вот это омрачение ума, мы забываем, что это не наш дом, что это не истинный мир, это иллюзия. Это, знаете, как в зазеркалье, вот так вот раз, вышел, и не знаешь, где ты. Вот и раз потерялся, и не знаешь, где ты, как найти себя. И вот как бы такое состояние ума. Столько много отражений тебя, а где ты? Где ты настоящий? Потому что ты себя уже как бы, ну, сознание раз потеряло. Где я? Где я? И вот очень сложная задача найти себя. Потому что, понимаете, весь мир, вся индустрия направлена на то, чтобы спать. Видите, кто стал пробуждаться, мы же говорили, что на этом пути никуда никого не загонишь. Никому ничего не объяснишь. Все идут сами. Все идут сами. И вот здесь, понимаете, вот сейчас такой исторический момент, очень важный момент. Мы с вами получаем знания. Знание, сознание, да, знание – это наша сила. Вы сколько лет охотились за этим знанием, да? Сколько жизней, может быть, проживали. Это время пришло, вы получаете знания. Вы получаете знания. Вы входите в большую игру.
уже к этому знанию подходят немногие. Очень немногие. Тут уже, знаете, вот как сложно сказать, кто как придет там, вот, к Архату или Араханту, да? Это самая тончайшая игра. Там вроде и честность нужна. Ну, кому нужна твоя честность, если твоя честность идет из защиты? Что? Здесь мы не можем повлиять уже вот на то, чтобы человек продвигался. Здесь уже... Почему они пишут заранее? Потому что здесь у кого есть это в линии, он пойдет дальше. У кого нету, он как-то застопорится, отцепится. Если вы идете, вы имеете эту задачу внутреннюю, у вас есть, помните, я все время говорил, вот эта натянутость. Но знаете, один косвенный признак, у вас не должна получаться социальная жизнь, она должна быть как-то разрушена. Ну, вы не должны вписываться в обычный, у вас не должно получаться это. Поэтому вы не можете уснуть. Если бы получалось, кто бы, тут только пятки сверкали сейчас. Но не получается. Нужно настраиваться, вот нужно понимать. Вот как на примере с мороженым, что это соблазн. Соблазн тебя всегда будет останавливать на пути. Да, это сиюминутная слабость, но потом откидывание назад все время. И нужно приучаться к безупречности. Использовать знания, потому что в тот момент, когда я хочу пососать этого мороженого, знание же как бы затихает, и наперед вот это вот сиюминутное чувственное удовольствие, вот это развлечение какое-то, да? Знание, просыпаться. Конечно, поначалу можно есть мороженое и пытаться быть осознанным. Ну, поначалу это первый этап, потому что очень сложно отказать чувству «я». Но постепенно вы все равно приходите к тому, что вы прекращаете вовлекаться во все самсарные вещи. Потому что, смотрите, ну, это же такой самообман, что а зачем тогда вообще есть мороженое, если ты сам осознаешь, тебя это не затрагивает. Но я на примере мороженого, это ко всему относится. Вот то, что я говорю про осознанный, опять же, осознанно, путем знаний, использования знаний, отказ от вовлечения в самсару, это уже зрелая стадия. Но вначале, я это подметил, да, что никто так не идет сразу отказываться от самсары. Сначала все едят осознанно мороженое. То есть в этом моменте происходит та реализация, о которой ты говоришь. Реализация, через которую ты приходишь к пониманию, что ну, это тебе уже не нужно. Поэтому это все иллюзии. И только после того, как ты их пройдешь, опять же, видите, никто на слово никому не верит. Ты становишься способной. Ну вот только после того, как ты пройдешь, ну ты ешь это мороженое, ну ешь. Знаешь, что оно не полезное. Да, и ешь ты его, ешь. Ну, в лучшем случае, если ты сам остановишься, а потом же возникают заболевания какие-то, где предписано, такого уже не надо есть там, т.д. и т.п., да? И все равно ты приходишь к невовлечению. Вообще, даже спящие персонажи, они потом все меньше и меньше могут вовлекаться в старость. Уже зрение не то, значит, обоняние не то, ощущения не те, да, и уже вообще считается, что очень сложно встречать старость тем, кто не пришел к медитации, потому что обычный мир приносит потом только разочарование. Это боли, это пониженное восприятие всего, как бы вроде защитное, но оно уже как бы ты неполноценным себя чувствуешь, да. И невозможность никак чувствовать удовольствие все меньше и меньше сужается. Да? А у медитирующих
кто успел, они получают вот это блаженство от прикосновения с собой. Да. Да? Поэтому на нашем пути мы же говорим, что ты как воин. Если ты чувствуешь в себе реализацию, ты воин еще. То есть ты как воин, ты идешь каким образом? Ты идешь и завоевываешь пространство. А как бесформенный игрок ты уже не завоевываешь пространство. Да, это вертикальный путь. Да? Поэтому, но на вертикальный путь ты не можешь выйти, пока ты не освоил горизонтальный путь. Потому что с горизонтального пути ты набираешь силу, и потом ты взлетаешь как ракета. Да? И нету четкой демаркационной линии, когда начинается вертикальный путь и заканчивается горизонтальный. То есть ты сейчас одновременно и вертикально, и горизонтально расширяешься. То есть нету такого, что так, послезавтра я только вертикально начинаю двигаться. Да? Поэтому она просто замечает, что в отношениях ты требуешь уважения, там, чтобы делали как ты хочешь. А это же все противоречит законам сна. Ты наслаждаешься тем, что есть, пока есть. Знаете, когда начинается подстраивание, там, это не то, то не то, молодость уходит, вот это опять же сенситивность, чувствительность, да, восприятие радости жизни. Нужно все успевать в свое время, вообще-то, да, то есть не тормозить. Двигаться со скоростью потока, жизненного потока. Вот дана тебе молодость. Молодость на то, чтобы совершать ошибки. Без ошибок ты не можешь прийти к мудрости в старости. Ну, пришла старость, открывай Библию. Открывай Библию. И, значит, да. Читай Коран, да. Молись. Проблема является то, что даже если вы настроены, вы поняли, что нужно пропускать чувства, что нужно не вмешиваться в них. Но проблемой является то, что очень большая часть вашей жизни происходит бессознательно, где вы отождествлены с обладателем этого чувства «я» и где это вам удобно и выгодно, ну, тому же обладателю. Там и не больно, в общем-то. Ну, съесть мороженое, к примеру, там, да, или не дать денег кому-то. Ну, пожадничать, да, это же выгодно. Ну, что я там кому-то буду давать? И все нормально, да? И обладатель продолжает существовать, на самом деле, да? Но, конечно, если у вас есть уже знание, что все, что происходит, вы пропускаете, значит, и все сменяется само собой. Но если вы понимаете уже, что ваша игра сейчас идет на то, что, в принципе, этой игрой расширяется уровень вашего самосознания. Потому что, опять же, когда вы бессознательно проявляете и позволяете этим чувствам бессознательно блокироваться, вы же можете бессознательно защищаться, блокировать чувства, то вы позволяете этому быть. Вы не ругаете себя за это. Вы принимаете, что вы наорали, что вы пожадничали, что вы ну, что-то такое сделали со знаком минус. Но как только вы осознали это, вы перестаете это делать. Так вот, сколько этот период длится? Сейчас вы понимаете, о чем я говорю, что я вижу, что вот этот период можно сокращать. Вот речь не идет о чем-то там другом, а речь идет о том, что сколько этот период будет длиться, вот этого бессознательного повторения всего, да, и его можно ускорить, потому что это блок, а блок – это затор. В заторе сам поток не движется, в заторе нужно помочь. Вот чем мы занимаемся. Мы выискиваем вот эти заторы, мы облегчаем их, а потом дальше все абсолютно движется само собой. И в нас появляется вот это качество, знаете, все говорят, вот типа, что теперь копаться с этим анализом, так это уже негатив у человека идет.
уже. Потому что мы копаемся не для того, чтобы обвинять себя, а для того, чтобы сократить этот период и взять опять силу эту. Силу, чтобы увеличить свое самоосознание и чтобы потом не зацепиться ни за что. Понимаете? Интеллект еще. Все-таки мудрец, он рождается с сильным интеллектом всегда. Способность различать. И в конце оно все соединяется. Если у тебя была сильно развита логика, ну, интеллект, то ты должен расширить свое сердце, и оно только тогда тебя пропустит. Если ты был с развитым сердцем, тебе развивать надо. Без него ты никуда не пролезешь. Да, поэтому там все это соединяется, и в конечном итоге все одинаково развито становится. Больше уже ничто не выпирает. Интеллект и чувственность одинаковы. Ну что, давайте мы сегодня закончим. Oh.